Всем привет! Продолжаем рассматривать картины известных художников. Гюстав Моро, «Младенец Моисей». Холст масла 185 на 136. Вот такое описание нашел. В данной работе представлена известная библейская история о младенце Моисее. Во время гонений на иудеев мать Моисея положила его в корзинку, которую спрятала в зарослях у реки Нил. Будущего спасителя народа Израиля нашла дочь фараона. Художника интересует не только сам сюжет, сколько возможность представить величие и блеск библейской истории с помощью грозных фантастических руин древнего города. Они служат фоном для младенца. Его голова светится лучами, означающими присутствие Святого Духа и избранности. Яркие цветы у корзины тоже символичны. Например, водяные лилии говорят о чистоте и невинности младенца. Гюстав Моро придает этому простому, на первый взгляд, сюжету монументальную мощь древних легенд. Вот такое описание нашел в интернете у картины Гюстава Моро «Младенец Моисей». Все, пока-пока, до свидания.